Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Cut Quest. Так, ну что, давай вставай, самурайчик, нам пора с тобой делать сегодня великие дела. Так, а здесь у нас задание, по-моему, на большой уровень, если я не ошибаюсь, мы его трогать не будем. Так, туда мы тоже с вами не полетим, потому что там уже будет у нас, я так понимаю, концовка игры, ведь так? Да. И давайте-ка мы сейчас с вами... Вообще я хочу, знаете, еще пролететь вот сюда, ребята. Я просто хочу посмотреть, есть ли что-нибудь вообще здесь вот в море, так скажем, в океане. Может быть, какой-нибудь островок найдем. Но мне такое впечатление, что там ничего нету. Давайте-ка еще маленько пролетим. Ой-ой-ой, по-моему, тут ничего нам не светит. Давайте-ка обратно возвращаться. И будем находить для себя какой-нибудь соответствующий квестик, чтобы мы могли его сделать. Ну и, соответственно, подрасти. Нам хотя бы уровень 65-й, 70-й. Я думаю, это будет хорошо. Так, это что у нас такое? Уровень 0. Тайная пещера, ребят, сражайтесь с чудовищами. Не понял юмора. Халява, что ли, какая-то? Так, здесь у нас попадается бросовое оружие. Понятно. Давайте с вами двигаться дальше. О, ребят, да тут вообще даже монстров, я смотрю, нету. Что это за пещерка такая? Тихо, тихо, тихо. Шипы какие-то. Интересно, откуда они здесь взялись? Давайте-ка посмотрим, что у нас в этом сундучке. И нам выпадает бросовый шлем 15 уровня. Хорош баловать, да ё-моё. Ты посмотри, что творят, а? Ребятушки, надо подхиливаться срочно. Слушайте, а маны-то у меня уже все, тю-тю. Ага, нафиг мне эти монетки не нужны. Давайте вот так. Блин, все равно попадаю, ребят. Че бы я ни делал бы? Хоть закувыркайся ты здесь. Ай-яй-яй. Слушайте, по-моему, я зря сюда, наверное, зашел. По-моему, я здесь... Еще и сундук тут бегающий, ладно. Главное не попасться ему под удар. Будем действовать аккуратненько. Ага, дудки тебе. Вот и все, и нет сундучка. Ну, в принципе, я могу выйти здесь в любой момент. А это что еще такое? Что за пунктиры? Так, и здесь нам достается опять бросовое оружие. Угу. Так. Ну, ага, черт, думал уже все, ничего не будет. Ну, как бы, опа. Ну ладно, это еще по-божески мы прошли. И золотой сундук. А, его можно просто открыть. Я думал, будем сейчас драться с ним. Да ладно, опять бросовый шлем. Почему у меня статы падают остальные? Я вот смотрю, как бы уровень растет доспехов, да? Посмотрите, а статы падают. Странно. А это что у нас, такой особый сундук, что ли? Помеченный какой-то. Опять бросовый шлем, а? Не пойму я, в чем тут загвоздка, если честно. И выходы у нас какие-то везде. Ладно, давайте глянем, что у нас тут дальше. Слушай, ребят, если честно, я не понял прикола вот этого куста, в котором была вот эта вот, я даже не знаю, как ее назвать, пещера, да, нулевого уровня, где ничего не было, кроме ловушек. Ну, честно говоря, не особо хочется знать. Прошли и прошли. Получили пару этих шмоток. Давайте с вами отдохнем здесь. И надо бы мне, ребятушки, что-нибудь такое найти, как я уже говорил, под свой уровень. Ну, можно немножко даже повыше. Будем с вами раскачиваться, а потом уже, естественно, пойдем на основную сюжетку. Так, где у нас тут кто-нибудь, что-нибудь... Смотрите-ка, там у нас есть знак вопроса на доске объявления. Так, ну я хочу слетать в пещеры. Давайте-ка мы вот сюда зайдем. Я хочу посмотреть, какой тут у нас будет лежать сундучок. А он должен быть здесь. Так, руины великих древних. Слушайте, а мы, по-моему, здесь уже с вами были. Если я не ошибаюсь, да, ребята, мы были. А вон и сундук лежит золотой. Мне, наверное... ладно. Наверное, придется этого чпокнуть кота. Так, давайте-ка его накумарим. Да отвали ты от меня, а! Засранец мелкий. Нет, он напросился. Блин, нахрапом... Оу! Как это так, ребята? Вот это косяк. Я думал, что я его сейчас нахрапом
смогу победить, но, как видите, он меня очень быстро почему-то разобрал. Я даже, честно говоря, ничего не понял. Да и дамаг у него был не особо-то большой, чтобы так быстро меня разобрать. Ладно, фиг с ним. Давайте что-нибудь тогда другое посмотрим. Так, ну там у нас в городе ничего нету. Вот только впереди есть одна доска объявления, про которую я вам тогда говорил. Вот, можно, в принципе, так, вот сюда забежать, да? Смотрите, 25 уровень. Просто я, ребята, хочу посмотреть. Да вообще-то даже не посмотреть, а насобирать шмотки. Они же, как вы понимаете, если берешь одинаковые, наш уровень растет в них, в шмотках. А мне нужно довольно хорошее оружие. Ну, по крайней мере, броня. Рыжий конь. Достается нам оружие, но, ребятушки, если честно говоря, толку от него мало. Оно слабенькое. Так как оно вообще у нас первое. Если бы у нас было бы третье или пятое, возможно, уровень бы у этого посоха или меча было бы намного лучше. Так, давайте-ка я хочу вам те монетки собрать. Если с этой головешкой разберусь, сколько они мне тут дадут. Да ладно, вы, блин, что, меня насмешить, что ли, решили? Тогда все. Давайте, наверное, выходить. И где у нас еще вообще есть тут, ребята, пещеры, которые мы с вами не излазили? В принципе, их тут много, но давайте, наверное, уже брать все-таки задание. Ограбление по-западному, да? На 17 уровень. Фиг с ним, давайте соглашаться. Вибриса пробегала мимо с ящиком в лапах. Помогите добраться до него. Ага, рыжелап, что ли? Что-то с Вибрисой не так? Она носится с ящиком, как курица с яйцом. Именно так и есть. Надо заглянуть внутрь. Давай ты ее отвлечешь, а я вынесу его из города. У меня замурчательный план. Увидимся у восточного Лапска. Так, ребята, точно, это у нас рыжелап, если не ошибаюсь, это, по-моему, брат Вибрисы, да? А Вибриса у нас там, это специалист по кулинарке, и очень вкусно она готовит. Ладно, давайте мы сейчас посмотрим, в чем здесь загвоздка в этом задании у нас. Не забывайте, что он на 17 уровень идет. Так, давайте-ка здесь приземлимся. Мию, ладно, возьми остатки кошачьей мяты, напарник. Это разве не опасно есть? Виверны обожают кошачью мяту. Ну, это точно. Мы об этом позаботимся, Махнолап. А, Махнолап, ребята, узвать, а не Рыжелап. Немножко ошибся. Давай оставим здесь кошачью мяту. А для чего мы это, интересно, делаем? Так, здесь оставили. Хорошо, я весь во внимании, от усов до кончика хвоста. А вот и Вибриса у нас. Виверны, караул, беги, в рассыпную, прячься. Виверны, беги. Где? Я их не вижу. Снаружи посмотри, там везде кошачья мята. Ты в курсе, что это значит? Мяу, спасайся, кто может. Вы куда? Это всего лишь кошачья мята. Так, а вот это уже странно. Беги, Вибриса, спасайся. Нет, я останусь тут. Беги, Вибриса, беги, беги! Святые печеньки, ладно, ладно! Махнолап, Вибриса убежала. Я мигом, увидимся в кустах. Надо собрать кошачью мяту, пока виверны и вправду не слетелись. Мяу, божечки-кошечки, мы опоздали! Оу, хе-хе, ну что ж, давайте с этими... О, да они вообще на один удар мне здесь... Я-то уж тут запереживал. Мяу, надеюсь, Махнолап успел. Я тоже на это надеюсь, ребят. Он у меня, надо отнести обратно, пока горожане не вернулись. Так, хорошо. Она скоро обо всем догадается, задержи ее. Верно, надо отвлечь ее. Надо чем-нибудь отвлечь Вибрису в Восточном Лапске. Так, и... А, и у нас задание выполнено. Но это все ерунда, ребят, мы, естественно, будем продолжать эту историю. Восточный экскорт. 21 уровень задания. Мой ящик с припасами и есть пропал, верните его. У посетителей аж шерсть дыбом, это странно. Конечно, они любят мой рагу, они хотят еще, но ящик с припасами есть пропал. Интересно, что могло случиться? Я пробовать найти след, но эти глаза такие глупые. Твои глаза? Отыщи его, наведи меня на след, а там я справлюсь.
Я хочу выдергать шерсть из вора своими лапами. Ладно, мы наведем тебя на след. Есть мем. Восточный экскорт. Дополнительное задание. Угу, а как-то? Вот. Здесь она нас не услышит. Надо убедиться, что след не ведет в западный Лапск. Ага. Так, ну что ты тут еще белочки эти прискакали, а? Я немножко не понимаю, что мы тут делаем. Идем по следу этих белочек, что ли? Так, давайте сюда завернем. Надо затаиться. Ну, давай затаимся вот здесь вот. Или вот здесь. Чё-то я не пойму, где мы будем затаиваться-то? Ё-моё, какой-то круг сделали. Такое впечатление, что мы делаем какую-то тропинку запутанную. Вибриса может прийти сюда в любой момент. Ну и что из этого? Она уже здесь. Это точно есть тот путь. Дорога такая грязная. Конечно, верь нам. Вы должны найти вора, грррр. Да найдем мы тебе вора, Вибриса. Мы и есть воры. Мы сейчас к Махнолапу прибежим и скажем: вот твой вор, брат, расправляйся с ним. Так, кустик. Так, сюда. Хе-хе, повеселимся. Да как-то, честно говоря, не особо-то до веселья. Что-то плутаем, плутаем здесь. Восьмерки какие-то наяриваем. Так, опять белочки. Все, нет белочек больше. Слушайте, это когда-нибудь закончится или нет, а? Хм, мы не слишком далеко зашли. Да вот я тоже думаю, по-моему, уже далековато как-то. Это что такое есть? Где вор? Да. Ну, они пытаются нас запутать, но я чую, что мы уже близко. Найди вора, найди его! Рр. Да, мэм. То есть мы хотим заплутать, но Вибриса нас почему-то находит. Причем довольно быстро, блин. Тогда толку от этого. Ладно, давайте посмотрим, к чему это все-таки приведет. К какому заключению. Ну все, хорош. Не стоит так злить Вибрису. Она меня пугает. В жизни такого рыка не слышал. Кстати, с рыком, да, что-то не то у нее. Так. Прости, Вибриса, мы потеряли след. Так. Что-то нервничает по ходу дела, и мы нервничаем. Ё-моё. Страшно как. Вот, возьмите, вы старались, пойду успокоюсь. Меч рыцаря. Ребят, слушайте, мне кажется, это Вибриса. Что-то с ней не так. Она меня пугает, вот это рычание. Хоть бы Махнолап что-нибудь нашел. Пойдем в Западный Лапск. А, задание выполнено. А где у нас Западный Лапск? Кто-нибудь мне скажет. Я, честно говоря, играю-играю, так до сих пор в этой карте и не разобрался. Так, пустые горы у нас здесь. Мы, естественно, их пролетаем. Стрелочка нас куда ведет? Так, она ведет нас туда. Мы, естественно, не пойдем на завершение игры. Мы лучше что-нибудь еще с вами найдем. Так, смотрите-ка, здесь у нас доска есть тоже с заданием. А, волшебный замок. 23 уровень. Вполне сгодится. Я не могу открыть ящик. Помогите, Махнолап. А, вот и Махнолапчик у нас. Шикарно. Я все пробовал. Не могу ни разбить, ни открыть его. Какая-то магия не дает его открыть. Смури летает вокруг ящика. Это точно. Надо отнести его магу, чтобы он его открыл. Так, мы забрали, значит, ящик, да? И побежали мы с вами к магу. Интересно, а как же мы в тот раз хотели его сами вскрыть и посмотреть? Естественно, у нас бы, наверное, тоже ничего не получилось. Так, ну и где маг? Где маг? Маг, ты там? Привет, котятки мои, чем вам помочь? Видишь этот ящик? Его надо открыть. Мр, интересно, он закрыт заклинанием на основе Пурладии. Опять этот Пурладий. Пурладия? Вот для чего он нужен. Мне понадобится выдержанный Пурладий, чтобы снять это заклятие. Я покажу, где его найти. Ну, и... Лететь, я так понимаю, по стрелочке надо? В поисках Пурладия. Кстати, мы второй раз с вами встречаемся с этим странным металлом. Святые укотники, вот теперь я чую большую опасность, исходящую от указанных мест.
Но выбора у нас нет. Тут еще кладбище рядом, елки-палки. Хотя мы... А, нет, ребят, мы заходим с вами в новую пещеру 60 уровня. Думаю, что, наверное, все-таки справимся. Вы подбираете выдержанный пурладий у входа. Мяу, повезло, можем уходить. Ну, если только ты не хочешь тут все обыскать, только не вздумай погибать. Кстати, вот об этом я меньше всего думаю, погибать. Я тут все сейчас обрыскаю. Так, вот эти вот коты больше всего меня нервируют. Оу, довольно крепкие ребята, смотрите-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, будем... О, еще и маг тут. Не-не-не-не-не-не, лишь бы действительно не погибнуть. Хоть выбегай отсюда, ребята, хоть выбегай. Но мы-то не из трусливых, верно ведь? Будем пробовать все-таки. Потому что я очень сильно хочу посмотреть, что в этих сундуках лежит. Тут еще к тому же и золото лежит, смотрите. Сейчас мы, ребятушки, с вами... Ой-ой-ой-ой-ой, как же это я так замешкался. Да чертов кот, да? А помните, ребята, это же были когда-то в свое время довокоты. Правда, теперь они почему-то злые. Что с ними случилось, я так и не понял. Ну-ка, что у нас в этом ящичке? О, елки-палки, кольчужный шлем 40 уровня, между прочим. Так, но он все равно слабенький, ребят. Мне 60 атаки он отнимает. Слушайте, мне пока это ни к чему. Давайте посмотрим, что у нас. Эй, я думаю, что маг будет легким. Ну, по крайней мере, по хпшкам. Ну-ка, сейчас мы вот так. Вот так, и пора его накумарить. Да, ребята, он слабок. Все, дуплился. Кстати, у нас скоро 58 уровень будет, если мы, наверное, убьем вон того кота. Так, что у нас здесь? Ох ты, что такое у нас? Шляпа чародея 20 уровня. Ну, шляпа выглядит симпатично. Но, опять же, слабенькая, поэтому нет смысла ее пока носить. А вот этого котика мы сейчас с вами забомбим и, наверное, уже получим 58 уровень. Тихо, ты не буянь. Так, огонечек. Черт подери. Да нет, должны добить его. Ну, есть. Как я вам говорил, ребят, 58 уровень у нас есть. А тут у нас... Оу, жилец следопыта, уровень 22. Ну, он, по-моему, слабенький, если не ошибаюсь. Давайте сейчас мы с вами глянем по Шурику, как говорится, да? Ну, что он, 40 к магии? Нет, не годится. Все-таки то, что на нас надето в данный момент, самое оптимальное и самое сильное. Самое мощное, так скажем. Ладно, мы, в общем, достали пурладий. Старинный там какой-то, редкий. И давайте отнесем его магам, чтобы они все-таки сделали заклинание. Вы отдаете выдержанный пурладий. Прекрасно, сейчас все будет. Давай, маг, не томи. О, как бы сопли. Вот так, чары сработают через некоторое время. Придется подождать. Пушистые, тебе спасибо. Побежали-ка обратно. Слушай, я только за. И Махнолап нас, наверное, уже там заждался, если честно. Вот он стоит, ждет нас. Махнолап, ящик откроется, как только чары сработают. Подожди немного. Ну, я думаю, он подождет. Хорошо, пока мы ждем, надо проверить, как там сестра. Я о ней волнуюсь. Чуть что, у нее шерсть дыбом, а рычит она так страшно. Ну а нам-то что от этого? Моя сестра такая тихая, она и голоса никогда не повышает. Да конечно. Она изменилась, скоро все выясним. Вот ваша награда. И что ты нам дашь? Шляпу мага, в принципе, неплохо. Пойдем в Восточный Лапск, проверим, как там Вибриса. Я не возражаю и даже скажу, что полностью с тобой согласен. Только где этот, блин, Восточный Лапск? Это, видимо, где-то возле самого центра нашего города. Давайте сюда сбегаем. Нет, все нормально, ребят. Просто заодно заберем здесь сундук. Он, по крайней мере, отмечен же был, да, в этой пещере. Нам его нужно только найти. Да уйди ты отсюда, а, достали уже. Всех порешу здесь. Так, ну здесь я, по крайней мере, не вижу никакого сундука в этой стороне. Тут у нас дракончик, точнее, виверна. Ну, мне больше нравится называть дракончиком. Да уйди ты! Ай-яй-яй, сейчас жахнет. Сюда мне не прийти, это надо в обход. Ну, эти лапы можно, в принципе, забомбить магией. По идее. Давайте-ка бомбанем.
А здесь вроде бы даже есть проход. Подождите-ка, ребята, ну-ка. Вот он, да, проходик у нас. И нет, я думал, что он будет туда нас вести. Куда-нибудь, знаете, вдаль. Но нету здесь вообще тогда смысла находиться. Давайте отсюда выбираться. Сундука почему-то здесь нет. Хотя на пещере нарисован сундук. Сами видите. Хрен с ним. Ладно, нам нужно лететь в Лапск, к Вибрисе. И успокоить ее, если она немножко там нервничает по поводу своего саквояжа, чемодана, в котором у нее якобы рецепты. Так, давайте полетели-ка вот сюда. Слушайте, а это будет у нас как задание или она будет у нас просто стоять? Смотрите-ка, а здесь тоже есть задание. А ну-ка, давайте-ка глянем. Фамильные доспехи. Уровень задания 60. Хо-хо, юный Давакот. Нам надо вернуть украденные доспехи. Это от его мурличества, идем. Ну что ж, придется немножко нам отвлечься. Мы здесь, ваше мурличество. Какой-то жулик украл старинные доспехи, это не клево. В них заключена магическая сила, они смертельно опасны, если попадут не в те лапы. Щучьи котлеты, нам надо их вернуть. Хорошо, что маги наложили на них отслеживающие чары. Вот, возьмите этот амулет, он укажет путь к доспехам. Ясно, пора брать след. Смотри, ты у меня как пес какой-то, а? Везде он след у меня берет, нюхач. Вор отправился за море, но там ужасные чудовища. Ах, ребята, мы, помните, с вами как-то взяли это задание. Видишь, похоже на затонувшую лодку. Но не справились. Слишком велики были для нас сильные монстры, и мы его отменили. Ну а теперь-то, мяу, след ведет к двум пещерам, выбери одну. Уничтожь всех чудовищ, чтобы они не путались под лапами. Так, здесь 50 уровня, здесь 60. Слушайте, давайте 60 выберем с вами. Ух, да-да-да, я вспомнил это задание. Оу, какая встреча. Будем жарить, наверное, маги, но вначале разберемся с этой черепушкой. Так, получи-ка свое. Черт подери. Я его хочу немножко в эту сторону выманить, ребята. И уже противоположно. Вот так я хотел изначально сделать. Так, ну эти руки мы, естественно, будем с вами бить магией. Причем огненной. Ну-ка. Да, я думаю, еще один залп, и они будут готовы. Опа, теперь только подождать остается. Ха, шикарно. Так, и давайте вот здесь еще добьем эту лапу. Нечего здесь землю топтать. Ну, все. Так, оббегаем, оббегаем, оббегаем. Тут у нас белочки, и почему-то среди них маг затаился. Так, ну, белочки, как видим, ватные. Никакого труда разобраться с ними у нас не возникнет. Ух, шикандос. Так, значит, у нас еще две белочки и маг. Маг вообще тряпка. Просто развалился сразу же. И у нас, смотрите, сундучок ждет. Ну что же, щеглы полегли, а нам пора открывать ящик с вами. И... так, по-моему... ага, доспех Сквайра. Ладно. Так, а загвоздка в чем здесь? Я что-то не понял. Где доспехи-то, елки-палки? Он мне предложил выбрать... а, подождите, у нас еще же есть одна сторона. Что это я вперед батьки-то уже побежал? Да-да-да. Вот у нас тут еще. Думаю, что-то не то. А оказывается, все то. Просто надо быть повнимательнее. И вон там, кстати, эй, тихо. И верно, тихо. Так, ежики в тумане. Блин, уйди отсюда. Хотя можно, в принципе, вот здесь, наверное, с ней и разобраться. Сейчас вот так вот пойдем. Слушайте, она довольно легкая. Быстро мы ее раскумарили. Ладно, три ежика и виверна. Ну, ежики вообще для нас не помеха. Да, в принципе, и виверна тоже. Сейчас мы их тут всех и покромсаем. Так. Тихо. Последний ежик. И виверна. Давай, бей своей магией. И мы будем тебя уже колбасить тут. Да-да-да-да-да, конечно. Оп, все. Какой-то кот выскочил наружу, за ним. Да, обязательно, подожди, только я вначале открою сундучок и гляну, что в нем. Топорик. Топор Сквайра. Ну, у нас он был.
поэтому он и увеличился по уровню, хотя он слабый. И думаю, что нам не пригодится. Ладно, давайте смотреть, что там за кот выбежал из этой пещеры. Ой, дракон! Подойди поближе, если осмелитесь. Еще и как осмелимся. Ага, так, значит нам нужно вот... Оу, ледянка! Сила доспехов будет моей. Заполучив ее в свои когти, я стану сильнее. Только через наши трупы? Грха-ха, что такая малявка может сделать со мной? О, зря ты это сказал. Это точно. Ха-ха-ха, сейчас я с тобой разделаюсь. Ну, это мы еще посмотрим, кто с кем разделается. Так. На ощупь вроде бы не особо такой сильный. Да, ребят, вполне должны с ним справиться. У него крестовая магия, я смотрю. Ну и основной удар, от которого нам, естественно, нужно как можно быстрее уворачиваться. Слушай, никаких проблем, я думаю, с ним не возникнет вообще. Сейчас расколбасим его. Надо немножко только попыхтеть и быть предельно осторожным. Вот так. Тут еще нам контур сделали, да, чтобы мы типа за него не убежали. Не дождетесь. Я его просто здесь и похороню. Интересно, что это за кот, который превратился в этого, извините меня, дракона? Так. Последний ударчик, ребята. Есть. Зашквар полнейший. Так тебе и надо, червяк. Смотри, вон там вор. Вижу, стоит. О, 59 уровень получили. Кто это у нас такой? Идиота, кусок, как смеешь ты воровать у короля? Сэр Давакот, вы об этом? Солдат отдает вам доспех чемпиона. Оу. Откуда это у меня? Как я сюда попал? Что происходит? А что ты помнишь? Голос в голове сказал, что он хочет стать сильнее, а потом рев и рычание. Да, клянусь всеми жизнями, мяу. Кажется, очередной заклинатель драконов. Держись, солдат, мы добудем лодку и вытащим тебя отсюда. Ну, а нам, ребята, пора, кажется, отнести доспехи королю. Хе-хе. Пускай он их получит, а нам даст какую-нибудь хорошую солидную награду. Ну что же, приземляемся. Вот, ваше мурличество, мы их нашли. Вы держите доспех чемпиона на вытянутых лапах. Так. Ты прямо вылитый владелец этих доспехов. А они не ваши? Нет, нам их кое-кто отдал на хранение, а потом он исчез. Вот невезуха. И что ты предлагаешь? Знаешь, львиное сердце, он был скромным, но очень сильным. Никогда о нем не слышал. Ну, забирай себе, доспехи твои, ты их достоин. Мяу, спасибо! Вот так, ребята, мы просто-напросто заполучили доспех чемпиона. Ну что ж, я предлагаю, наверное... почему-то мне кажется, что мы о чем-то запамятовали. Ну и ладно. И мы с вами получаем 60 уровень. Так, а насчет того, что мы запамятовали, это квест про Вибрису. Нам нужно поскорее к ней, наверное, прилететь. Хотя я вот здесь вот кое-что вижу, ребятушки. Я вижу здесь задание. Смотрите-ка. А ну-ка давайте-ка глянем. Слуга Котобожий. 40 уровень. Мне нужна помощь, чтобы построить алтарь для Котобога. Гарантирую щедрую оплату. Царап. Вот даже как. Мяу, приятно видеть увлеченных котов. Помолимся кошачьим угодникам. Дракот не должен забывать о высших силах, верно? Наверное. Ох, ой, напарник. Ну что такое, смотри. Меня зовут Царап. Мне для постройки алтаря нужна особая руда. А я слишком слаб, чтобы махать киркой. Ты мне поможешь собрать по вере? А кто тебе сказал, что я верю? Ну вот, еще одно сложное задание. Так, почему это я... я же не слуга Котобожий. Почему я должен ему помогать? Да? Ребят, согласитесь. Ну ладно. Может быть, хоть какую-нибудь солидную награду нам дадут. Одинокая пещера. Ну ладно.
Давай сперва уничтожим чудовище, чтобы искать без помех. Да ты все время это говоришь. Мяу, стой, у меня очень нехорошее предчувствие. Тут отмечено еще одно место. Ох, выбирай сам. Так, а почему тебе не нравится? Ох, ё-моё, 200-й уровень. Ну, конечно, я сюда не пойду. Я пойду, может быть, сюда? Вот, вот это другой разговор. 40-й уровень пещеры. То, что нужно для меня. Так, всякие тут опять белочки. Так, тихонько. Естественно, тут всякие руки. Мы их тоже расколбасим сейчас. Ууу, ватные-то какие. Хе-хе. Опыт, как говорится, на халяву. Так, черепушка тут у нас летающая. Иди сюда, охламон. Готов. Так, а что мы здесь вообще, интересно, должны найти-то, а? А, руду. Руду точно вспомнил я. Ну и что же тут у нас в этом ящике ожидает? А? Давайте-ка, ребята, представим, что здесь легендарная шмотка. И хрен там. Мохнатая броня. Вот тебе и все шмотки. Ладно, давайте мы последнюю вот эту вот овечку добьем. Пустим ее на шашлычок. Вы копайте землю и собирайте руду. Получилось! Давай возвращаться! Слушайте, довольно как-то все легко и просто. А у нас, как вы помните, простых заданий не бывает. Обычно какими-то с подковырочками. Так что пока не будем мы с вами расслабляться. Сейчас мы отдадим руду. Вот твоя руда, добрый кот. Замурчательно! Теперь у меня будет алтарь, и я смогу поговорить с ним. Мяу, погоди, с кем это с ним? Котобог мудрости Мауф, первый кот, который овладел речью. Ладно, вот ваша плата. Посох мага, 59 уровень. Обалдеть, ребята, просто обалдеть. Ух, и у нас еще какое-то очередное тут, ребятушки, задание. Но это мы уже будем делать с вами в следующей серии. А на этой ноте, пожалуй, я и буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. А на этом все, всем пока, до скорого и удачи вам.